Здравствуйте, наши дорогие зрители! Мы рады вас приветствовать на нашем семейном канале Сергея и Валя Грачева. И это я, Валя. Очень надеюсь, что это видео будет полезным и познавательным. На днях получила небольшие посылочки. Сейчас они перед вами. Их 4. И хочу поделиться с вами своими впечатлениями от заказанного товара, потому что это украшение, это 2 пары разных сережек и 2 губные помады. С удовольствием вам тоже покажу, расскажу, поделюсь. В общем, смотрите дальше сами. Начну с сережек. Первая пара. Они небольшие, заказала наша знакомая. Что-то подобное уже в обзоре на нашем канале было, но немножко отличаются формой камней. Точно помню, как они выглядят на рисунке, поэтому хочу посмотреть их ближе, рассмотреть и убедиться, что они пришли целыми и такими же красивыми, как было показано это на сайте в магазине AliExpress. Да, кстати, не сказала, что заказано в Китае. Пришла посылка с Китая, в течение чуть больше месяца шла. Вот такие они круглые, аккуратные, под золотом, красивые пришли сережки. В центре видно большой камень ромбом. По краям по 3 маленьких камешка. Я их, наверное, возьму пинцетом, чтобы вам можно было держать и лучше рассмотреть, кому интересно. Вот так вот. С виду мне очень нравится. Как будто это настоящие драгоценные камни. Хочу проверить застежки. Насколько они плотно закрываются, чтобы их потом в ходе носки не потерять. Замочек здесь хороший, а вторая сережка мне не нравится, потому что она пришла с дефектом. Как видно в кадре, застежка погнута, идет зигзагом, соответственно, она от этого и не держит в замке, раскрывается. И даже если вверх чуть-чуть подогнуть, думаю, что все равно это повлияет на то, как она носиться будет. То есть ее легко можно будет потерять. Тем более я расстроилась... потому что заказ был сделан через нас, нашей знакомой. Она ждала очень сильно, очень хотела. И вот получается, что если сделать повторно заказ, придется снова ждать, ну, как минимум 3 недели, где-то месяц. Вот так вот. И вторая пара сережек. Вот такие большие, под серебро. Круглые, висящие сережки. На сайте мне они очень понравились. Выглядят они вживую, по-настоящему действительно очень красивые. Камень большой, блестящий, переливается, видно все грани. В общем, мне нравится. Остается только проверить оба замочка, чтобы оба работали, потому что, сами понимаете, если опять же будут слабо работать, то их легко потерять. Кому интересно, смотрите, оставлю ссылочку в описании под видео. У какого продавца брали, сколько они стоят, кликайте и смотрите. Итак, скажу, за сколько их покупали на сайте AliExpress. Эта пара сережек стоила $1.19, вторая, которая под серебро, стоила $1.12. Если вам понравилось, напишите, пожалуйста, в комментариях. Следующие 2 посылки – это 2 губные помады. Они разные. Одну заказала за 59 центов, а вторую за $2.30. Сейчас по очереди сама распечатаю, посмотрю и тоже расскажу. Сразу видно, что эта помада та, которая подешевле, 59 центов. Мне понравился цвет. Заказывала номер 121. Уже вижу, что по цвету, по номеру совпало, номер 121. Хотя скажу, что на картинке она немножко другим цветом. По отзывам были в основном положительные отзывы, но это надо пробовать, наносить, какая текстура проверять, как носится. Могу потом поделиться в комментариях. Мне понравилось, хотя рисковала, потому что стоит недорого, но слишком уж заманчива была цена. Достаточно по доступной цене, поэтому и купила ее. Нанесу на руку, покажу, как наносится и какая текстура этой первой помады. Вот таким цветом. Казалось, что будет бледнее, ну, будет посветлее. Но этот цвет на руке... А на губах она может выглядеть немножко по-другому. Слегка чувствуется аромат, такой приятный, вкусный аромат. Хотя я предпочитаю, чтобы помада была, ну, аромата почти не было бы слышно.
Вот она имеет такое название — Balm. Следующая губная помада. Мне она чуть больше понравилась по цвету. Заказывала номер 1. Красиво запакована. Сразу видно, что идет так посерьезней товар. Помада называется Lofia Makeup. Черные упаковочки. Шармик. Ой, цвет. Неплохой вроде бы цвет. С таким как будто легким глиттером. Тоже нанесу на руку. Пахнет не так сильно, как это, как первое. Такой еле заметный аромат все равно есть. Это неплохо, это нормально. Не такая плотная текстура, но наносится неплохо. Не полосит, однородно. В целом вроде ничего. Мне нравится. Так что тоже, кому, девочки, интересно, можете задавать вопрос, напишу потом, отвечу с удовольствием на ваш комментарий. Четыре посылочки я получила на этой неделе. С удовольствием поделилась с вами. Возможно, вам тоже будет интересно. И если вы хотите зарабатывать на своих товарах или экономить, вы можете посмотреть вот это видео в уголочке. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Если кто не подписался на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь, потому что впереди вас ожидает еще много интересных видео. С вами была Валя. Всего хорошего!